А вот и до нас дождик дошел. Уже третий раз спускается. Но густой. Идут испытания. Вот эта тема. Маленький поворотливый. Несет его как. Это на третий. Фу. Передок догружать. Слишком легкий передок. Сейчас груза принесу. Вот, дождались дождика. Хороший такой. Вон, водосток даже не справляется, уже все, он полная труба, вот за дверью, полная труба, и уже все, все там мимо, все через верх, капец. Вот такая штука. Трындец, это трындец, блядь, ебануться, боковой ветер, блядь. Жена бедная. У меня вон уже под навесом боковой ветер. Вот так вот все льется, забивает вот ручей. Хренатерно. Вода, все, водостоки не справляются. Бля. Надо окна хоть позакрывать в машине. Зоханый бабай. Вот успели выкопать картофан до дождя. Вот позавчера выкопали, а вчера прошел сильнейший ливень. Здесь вообще бежала речка, вон она как асфальт, земля стала. Вот ее разбороновали, правда, разровняли, но ее так уже прибило, что когда она высохнет, не знаю, что будет, ну пускай. Тут кукуруза лежит. Здесь тоже такой сильный ветер с дождем, конечно. Вот она вся лежит. Здесь то же самое. Сейчас будем спасать, связывать ее до кучи между собой. Как-то поднимать. Вся лежит. Что там говорить. Хорошая такая кукуруза. Качаны, я не знаю. Это еще маленький. Да, потому что она высокая. Она вот метра 3 с лишним, наверное. Кукуруза такая. И поэтому ее положила из-за парусности. Большая парусность слишком у нее. Вот, у соседа то же самое. Тоже вся лежит. Вот как-то так. Здесь ветки.
с дерева. Ветром свалило. Вот такой вот дождик прошел. Вот у соседа дерево легло прям под самый корень, сломало. Лежит так прямо на дорожку легло. Удачно. Да, вот качанчик кукурузяный. Не знаю, видно, не видно, но до локтя. Вот такой урожай. Вот, пожалуйста. Я думаю, видно размер кочана. Вот так вот. Так, ну вот так вот получается. Вот, связывается все это дело. Это по три куста, будем так говорить, по четыре, где как удобно. Таким домиком, треугольником таким. Вот, и появляется у них хоть какая-то жесткость. Земля сырая. В принципе, корни поднимаются хорошо. Вот. Пока она этот самый. Пока она еще ее можно выровнять, да? Отлично, они поднимаются, земля мягенькая, влажная, отойдет, я думаю. Вот, еще тут лежит и лежит, как и там. Все, вяжем дальше, потом покажу уже конечный результат, когда уже всю подвяжем. Вот она уже стоит, выше 3 метров. Вот, как-то так. Так, а вот так вот мы качаем ноги. О, сразу пару килограмм, наверное. Вообще тонет нога в земле. Вот так вот получилось все посвязывать. Оно может и не видно, конечно, но тем не менее вся кукуруза поднятая. А земля мягкая, корни хорошие. Укоренится. И она потом высохнет и станет так, как ей надо. Ну, лучше, чем то, что она лежала на земле. Вот. Теперь она друг друга держит. Где по 3, где по 4. В общем, как было удобно, так вот и подняли. Ну, ничего. Бывает и хуже. Вот. Как-то так. Там тоже все подняли. Вот так вот. Ладно. С вами был Санек. Еще увидимся.